Людмила Степановна знает, как привести тело в тонус и что нужно делать, чтобы чувствовать себя хорошо и молодо выглядеть в 60. Для нее главный секрет молодости – это регулярный фитнес и здоровый образ жизни. Людмила сама тому пример. Всю жизнь работает фитнес-инструктором, и ничто не выдаст ее возраст. В наших классах стали появляться женщины как раз вот именно после 60-ти. То есть, как можно сказать, люди все-таки, наверное, понимают, что здоровье – это прежде всего. И несмотря на то, что если у них какие-то проблемы со здоровьем, они идут к нам. Потому что они от этого только молодеют. Они становятся просто моложе. И им даже иногда не до 60, потому что они просто… На них смотреть приятно, у них становятся ясные глаза. В этом зале занимаются йогой, пилатесом и танцуют зумбу, а после можно в сауну и бассейн. Именно так проводят свое время люди после 60, и поэтому никто здесь не жалуется на здоровье. Любви все возрасты покорны, значит, и спорту тоже. Я уже, в общем-то, для себя занимаюсь просто. Зарядка, гимнастика. Привожу себя в рабочее состояние каждое утро, и потом пешком много хожу. Ну вот мне будет 70 в декабре, а чувствую я себя... И на 30, и на 40, как по настроению. Я стала активно заниматься. Это было 10 лет назад. И я постепенно хожу в зал, хожу на пилатес, хожу на йогу. Иногда попадаю на акву. Это мой образ теперь жизни. Физкультурно-оздоровительный центр посещает около 700 человек в день, и 30% из них – это люди пожилого возраста. Для них здесь работают группы со специальной программой 60+, и большие скидки на многие процедуры. Поэтому быть красивым и здоровым можно в любом возрасте. Главное – желание.